Игровым фильмом, созданным по завершению гражданской войны в Таджикистане, имевшей место с 1992 по 1997 года, стала картина «Полет пчелы» режиссеров-дебютантов в полном метре Джамшеда Усмонова и его корейского коллеги Мин Бэнгхуна. «Полет пчелы» был снят на кинопленке на технической базе киностудии «Таджикфильм» и, как следует из титра фильма, весьма малочисленной киногруппой. Однако проявлять кинопленку в лаборатории киностудии, пребывавшей в кризисе, уже было невозможно, и копии фильма были напечатаны за пределами страны, в Москве. Сюжет фильма сводится к истории сельского учителя, проживающего в Ашском районе на севере Таджикистана. Он погружен в науку, готовит к изданию очередную книгу. У него сын 12 лет и молодая супруга, которая жалуется на то, что их сосед, новый таджик, владеющий амбарами, луковыми полями, стадами, производящий подпольную водку, дающий деньги в кредит селянам, периодически взбирается на лестницу и беззастенчиво рассматривает ее. Для того, чтобы оправдать свое присутствие на лестнице и уединяться, он нарочно пристроил туалет к учительскому забору с пробоиной. Учитель вначале терпит такое вторжение в личное пространство, однако позже, когда сосед вместо диалога с ним приказывает охране выгнать его, решается обратиться за справедливостью к местному мэру. Однако мэр выслушивает его жалобу не в кабинете, а на ходу, точнее, в общественном туалете из-за нехватки времени. Таким образом, зрителя готовят к тому, что и мэр, и сосед чем-то будут похожи друг на друга. امسایه خلاجاش تگی دیواری ما بکردگی از بوی تفت خانه حولی ما به ششتر نمیشه مایلی این خلاجاشم باز هر وقتی که به خلاجا میبیاد همین زنی من به نگاهی بد میکنم همسایه که تو شما خودتان گب زمان کرده؟ من خودم خانهش به درامده فهماندنی شدم و ای آدماش بفرمود که من از خانه براورده پیش کنم رفتیم کابینت به حل میکنیم. И действительно, своим отказом вмешиваться в конфликт двух соседей, который можно было бы решить деликатно, мотивируя его тем, что туалет находится на территории частной собственности, вынуждает учителя забросить свои книги и преподавание и искать способ борьбы за справедливость. Так учитель покупает за счет проданных баранов дом престарелого одинокого соседа, во двор которого смотрят окна дома самого мэра, и начинает рыть во дворе общественный туалет для селян. Притом с таким усердием и глубоко, чтобы он простоял все 7 поколений. Мэр, конечно, возмущен. Он угрожает расправиться с женой и сыном учителя. Предлагает учителю взятку, чтобы откупиться от туалета под собственными окнами, чтобы не стать посмешищем в глазах местных жителей. Ой, во хамон байки халоджоя, а джали сагласа девали мачитва мемеза. Ман шумоя одами по фарасуат гоям, нар хатон дук пул будат. Бехуда джон меканет. Халоджо не? Куда там бы гол мекобит? А мин хелкунам ки, муздан там бы рози шевит. Ин земин шахсиман. Чикори хам кардан мегирам. Но макул каракет. Бо ин колатон, шума чия мехоер ки исбат кунет? Ха, дуния худаш амин хел. Шума якта малим ча. Инжа ман чи хохам хамон хел мешат. Хоча ин ман, шума не. Ана хам ту. Вахмедед ми? Втайне по ночам мэр супруга засыпает вырытую соседом яму землей и камнями, но их выдает золотое кольцо жены, потерянное на месте преступления. В итоге мэр создает такую ситуацию, при которой арестовывает сына учителя за якобы кражу золотого кольца и грозятся отправить его в колонию для несовершеннолетних преступников, если учитель не закроет яму собственными руками. Но учитель непреклонно отвечает, что им не заставить его отказаться от борьбы. Однако втайне от принципиального учителя его супруга приходит за помощью в дом к могущественному новому таджику, соседу, чтобы уговорить его спасти сына. В данной сцене присутствует трагичный намек, учитывая то, каким персонажем предстал перед нами сосед. Несмотря на то, что женщина всего лишь сняла туфли у входа и вошла в дом, а он уже размышлял вслух о том, что посмотрит, чем может помочь ей. Логика режиссера в том, что подобный конфликт может длиться бесконечно до тех пор, пока одна из сторон не понесет весомые потери и не смирится. Одновременно учитель представлен спускающимся в вырытую им яму, как если бы спускался в дымящуюся преисподнюю, где он должен был бы переродиться.
Его в обморочном состоянии вытаскивают из ямы местные жители. Учитель, придя в себя, возвращается к вырытому туалету, но внутри ямы он находит родниковую воду. Таким образом, яма для общественного туалета превращается в колодец. Метафора появившейся воды не случайно использована режиссерами. Если бы она не появилась, то конфликт между учителем и мэром, другими словами, интеллигенцией и властью, не пришел бы к логическому завершению. Противостояние могло длиться долго, но вода в фильме призвана смыть негатив, символизируя жизнь и гибкость мышления. Ведь учитель порой напоминал Дон Кихота своей борьбой с ветряными мельницами, как пережитками бюрократического прошлого, недаром в кабинете у мэра все еще висит на стене ковер с портретом Владимира Ленина, так и гражданской войны, во время которой силовые методы решали многое. Режиссеры Джамшед Усманов и Мин Бынг Хун вводят в канву фильма ключевую легенду, ставшую основой для названия фильма. Эту легенду рассказывает на уроке природоведения учитель. В доисламский период существовал обычай, при котором стариков оставляли умирать от голода в глубокой яме, из которой те не могли выбраться. Однажды полководец Александра Македонского, очень любивший отца, спасает того от этого жестокого обычая и прячет в сундуке, который берет с собой в военный поход. Оказавшись в безводной пустыне, войско мучится жаждой, и тогда старик подсказывает сыну выставить где-нибудь чашу с медом, на которую села бы пчела. Пчела стала бы мучиться жаждой и таким образом указала бы путь к источнику воды. Данный эпизод, уже визуализированный рефреном, появляется в конце фильма. Заблудший престарелый старик, чей дом ранее был куплен учителем, приходит к вырытой яме. Казалось бы, что вот-вот он упадет. Однако вместо этого обнаруживает, что яма наполняется водой. Таким образом, старик в фильме символизирует уважение к своему наследию, в целом гуманные человеческие взаимоотношения. Ведь недаром старик не ест в магазине хлеб, а только приготовленный из муки грубого помола, смолотой на мельнице. Тема естественности поднимается режиссерами в довольно комичной ситуации, в которой селянин просит учителя со школьниками прийти к нему на пастбище во время урока природоведения, чтобы хором приободрить бычка, которого готовят к спариванию. شد آی اکا این بوخت رو ما به دور کرده نمیتونیم بهترش برده فروشت باورد خوب این بچه ها بدیم میشه در خواهد میبخشید داره هیچ کس نمیخرد رفتیم این همه میشین رفتیم ادا کرد زودتر بچه زودتر از خاطی از تو به سالی چی خیل خلال شد نمور یک بار آدم برای پری В итоге учитель советует хозяину продать непригодного быка, потому что в итоге ничего не получилось у них, а хозяин в ответ негодует на животное, что, мол, умрет ли, если будет человеком. То есть здесь бык, который не последовал своим инстинктам, противопоставляется соседу, вожделеющему чужую жену. В целом, для автора фильма была важна тема людских взаимоотношений, и этим фильмом они пытались нащупать порог того, когда люди начинают терять человеческий облик. Интересная ночная сцена, представляющая то ли мистичный сон, то ли явь учителя, заснувшего в яме. Учителя будет голос незнакомца, которого играет сам режиссер Джамшед Усманов. Тот угощает учителя сигаретой и предлагает помочь копать туалет, ведь людей, иными словами, недовольных много, и надо копать глубже. Валим сало! А, салом, брата. Бурот, чихер! А. Чиков саке? Халоджо. Чи? Халоджо. Халоджо? Барой ки? Барой шеф? Барой бозор чихо. Кори сало! Бисердар кофтан гирет, одам бисер! شراخی کلان سیگرت میکشه دو آقا؟ مایلش Маленький человек, каким является учитель, противопоставляется системе. Возможно, для того, чтобы провести параллель к работам режиссеров неореализма,
как итальянского, так и индийского, авторы используют музыку, сочиненную индийским кинорежиссером Сатьяджит Рэй, названным ими в титрах «Великим наставником», как представитель наиболее близкой им смысловой и визуальной эстетики. Этот фильм по праву можно назвать хрестоматийным, и он необходим к рассмотру нашим молодым кинематографистам именно потому, что обладает детально продуманными мизансценами, интересными актерскими работами Мухаммаджона Шоди, сыгравшего учителя, Тагоймурода Разыкова, сыгравшего соседа нового таджика, Мастуры Ортекзуда, сыгравшего жену учителя. Этот фильм стремлением к реализму и поиску собственного таджикского поэтического языка при создании образа ашской деревни является новаторским. Ведь режиссеры стремились сохранить в фильме и особый говор местного языка. Фильм снят в черно-белой стилистике и обладает очень лаконичным киноязыком, которому соответствует выбранная туманная акварельная фактура визуального ряда. Длинные планы сторонней камеры наблюдателя. Ее невмешательство в происходящее выражается в отказе режиссеров нарушать течение кинематографического времени. Поэтому они не выключают камеры, а продолжают наблюдать за героями, входящими и выходящими из кадра, а действие перетекает из сцены в следующую сцену, также незаметно. Фильм недаром был назван хрестоматийным, так как в нем впервые в таджикском игровом кино были сделаны многие находки, которые впоследствии в виде цитат фильма «Полет пчелы» можно встретить в фильме «Муалим» режиссера Нусира Саидова, фильм 2014 года, и в фильме «Тангно» режиссера Мухиддина Музафари, фильм 2017 года. В свою очередь, картина «Полет пчелы» отсылает предшествовавшим ей другим таджикским фильмам. Например, дебютному короткому метру Джамшеда Усманова, фильму «Колодец», который тот создал в 1991 году, и полнометражному фильму «Боль любви» режиссера Анвара Тураева, который был создан в 1993 году. Кстати, в фильме «Боль любви» роль главного героя-антагониста, как и в фильме «Полет пчелы», сыграл именно актер Тагоймурод Разыков. Герой актера также подглядывал за соседской женой и вскоре стал председателем колхоза, проявляющим диктаторские качества. Так, на примере данного фильма становится очевидна преемственность кинематографических традиций и круг тем, которые в форме цитат можно встретить в тех или иных произведениях таджикского кино.